Руководство и тренерский штаб футбольного клуба «Уфа» подвели итоги завершившегося сезона. В течение часа генеральный директор башкирской команды и тренеры Игорь Колыванов и Виктор Лосев отвечали на вопросы журналистов. Сезон для «Уфы» был признан успешным. Задача на следующий – выступить как минимум не хуже. Уже известно, что клуб покидает большая группа игроков. Вратарь Степанов, защитники Гультяев, Смирнов, полузащитники Маляров, Сквернюк и Войдаль, а также лучший бомбардир клуба Михаил Маркусов. Команда уже начала подготовку к следующему сезону на сборе в Аше. В то же время уфимцы намерены усилиться несколькими игроками. Имена потенциальных новичков пока не разглашаются. По фамилиям я сразу скажу, что я бы с удовольствием бы их назвал, но просто если я сейчас назову, потом я буду говорить, что мы их опять не потянули. Поэтому это такая конфиденциальная информация, в тишине идет, чтобы не будоражить никого, и чтобы другие клубы тоже лишние там движения не делали. Вот из-за чего. Чтобы цены на игроков ни агенты, ни клубы, никто не